И начнем с новостей из фестивальной столицы Витебск в ожидании торжественной церемонии открытия Славянского базара. Она состоится завтра, а сегодня самые юные артисты уже в борьбе за звание лучших. В эти минуты первый день детского музыкального конкурса уже завершается. Детское состязание по традиции открывает конкурсную программу фестиваля. В этом году жюри назовет лучшего юного исполнителя в 20-й раз. Впервые оценки участники будут узнавать сразу после выступления. Белорус Елисей Касич открыл юбилейную конкурсную программу. Накануне по жеребьевке ему достался почетный первый номер. Сегодня песня на родном языке и максимум 70 заслуженных баллов от жюри. На Славянский базар не приезжают плохие конкурсанты, потому что во многих странах проходит национальный отбор. В нашей стране ежегодно в феврале месяце проходит отбор на детский и на взрослый Славянский базар, и очень много желающих попасть сюда. К этому часу все 15 юных участников уже выступили. Вечером у летнего амфитеатра поднимут флаг фестиваля и состоится большое цирковое шоу. Впрочем, не скучают гости весь день, тем более, когда звезды повсюду, даже на холсте. 12 картин будут собраны в единое космическое полотно. Более 270 ремесленников представили свои работы в городе мастеров. Подробности из фестивального Витебска в наших следующих выпусках. В Стамбуле переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по урегулированию зернового вопроса. Место встречи в целях безопасности засекречено, и все проходит в закрытом для прессы режиме. Переговорщики собрались, чтобы обсудить создание коридора для поставок украинского зерна в Европу. Запад в противодействии этому обвиняет Москву. Хотя очевидно, что прежде всего киевские власти создали множество препятствий для экспорта. Помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акватории Черного моря, а сейчас жгут созревшую пшеницу на полях. На границе с Херсонской областью зерновые площади поджигают с вертолетов украинские военные. При этом киевский режим обвиняет в поджогах российскую сторону. Интересный факт. Нападения на пшеничные поля начались после заявления о том, что пшеницу будут отправлять в ДНР как гуманитарную помощь. Попытки замечены и в других регионах. Так, в Ростовской области фермеры нашли конструкции с линзами, которые должны были вызвать возгорание во время солнечного дня. Есть версии, что эти самодельные устройства принадлежат украинским диверсантам, которые таким образом хотят уничтожить урожай. Британский премьер Джонсон уходит не по-английски. И кто следующая жертва европейских санкций? Перевороты и другие политические упражнения империи войны. Как США готовят наемников и чем чреваты имперские амбиции Польши? Главное событие последних дней обсудят гости программы «Объективно» сегодня в 7 вечера. Экономика Беларуси успешно справляется с санкционным давлением. По итогам 5 месяцев сальдо внешней торговли положительное и превысило 1 700 000 000 долларов. Предприятия промышленности, машиностроения загружены, сформированы портфели заказов на второе полугодие. При этом, как отметил министр экономики, санкции заставили пересмотреть привычные логистические цепочки, что, впрочем, не особенно сказалось на экспорте. На 17% выросли продажи на российский рынок. Для нас это стратегический партнер. Трендом в сотрудничестве с Россией стало импортозамещение. О том, какие возможности открываются для нашей страны с уходом западных компаний, Александр Червяков рассказал программе «Контуры». По оценке Евразийской комиссии, потенциал импортозамещения составляет более 60 миллиардов. Именно по промышленной продукции, которая поставляется из третьих стран. Непаханное поле. Непаханное абсолютно поле. У нас имеется хорошая компетенция в части производства запасных частей, световой техники, гидравлики. У Российской Федерации хорошие компетенции в части производства двигателей большой мощности, других направлений. Естественно, зачем конкурировать, если можно эти направления, эти компетенции развивать как на территории нашей страны, так и на территории России и кооперационно обмениваться, продавать соответствующие виды продукции.
участие нашего... Полную версию интервью смотрите в воскресенье в 8 вечера в программе «Контуры». Также среди тем развитие бренда «Купляйте белорусское», сотрудничество с Китаем и участие бизнеса в кооперационных цепочках. Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства аварии в Орловской области. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Известно, что пострадали 9 белорусов. Подробностей об их состоянии пока нет. Мы следим за информацией от посольства. В Беларуси устраняют последствия непогоды. Накануне по стране прокатился циклон Зельда. Непрерывный дождь и сильный порывистый ветер оставили после себя разрушения. Больше других пострадали Могилевская, Брестская и Гродненская области. Только в Бресте повалено больше 20 деревьев. Не повезло некоторым владельцам авто, машины которых оказались не в то время и не в том месте. Есть повреждения жилых домов. Спасателям Гродненщины тоже поступило не менее 20 сообщений о падениях деревьев. В сотне населенных пунктов области было нарушено электроснабжение. Аварийные бригады уже починили все линии. На Могилевщине упавшие деревья повредили 5 автомобилей. Жертв и пострадавших от разгула стихии нет. Оранжевый уровень опасности объявлен и на сегодня. Ну а вечером жителей Земли ждет необычное явление – суперлуния. Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние, будет казаться гораздо ярче и больше обычного. Суперлуния происходит раз в несколько месяцев. Сегодня астрономическое явление будет заметно после 8 вечера.